новостям спорта. Хоккейный клуб «Чебоксары» на домашнем льду встретился с командой «Красноярские рыси» в рамках первенства высшей хоккейной лиги. Первой в этом году игра получилась жаркой. За ледовыми сражениями наблюдал Рифат Фаткулин. Сложные тактические распасовки, силовые приемы и стремительные атаки. Чебоксарские хоккеисты сразу же захватили инициативу. Шайбу в ворота соперника уже на 4-й минуте забросил нападающий Николай Патрушев. Красно-сине-белые не сбавили оборотов и одну за другой забросили еще две безответных шайбы. Болельщикам на трибунах не пришлось скучать. Мне нравится скорость, быстрая реакция, в восторге, в первый раз на игре и столько эмоций положительных. Болеем за наших. После перерыва красноярские рыси ринулись отыгрываться, забили два ответных гола, но сравнять счет все же не удалось. На табло 4-2. В третьем периоде чебоксарские игроки продолжили яростное давление. Уследить за молниеносными передачами и скоростью передвижения самих хоккеистов практически невозможно. У них молодая команда, энергичная, конечно. У нас команда чуть-чуть постарше, но наша команда намного опытнее, скажем так. Уже не первый год призовые места занимаем. На каждые игры ходим, поэтому и выезжаем даже с нашей командой. Игрокам команды из Красноярска так и не удалось сломить оборону Чебоксар. Наши взвинтили темп, начали атаковать еще быстрее и разнообразнее. Итог 9-3. Первая победа в новом году. Чебоксары сохраняют первую строчку турнирной таблицы. Следующие две игры пройдут в эти выходные. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.